Вот они, утренние наши покупочки. Кошку выгнала, да, со стола? Запрыгнула, потому что мы купили три кукурузы. Потому что кошка голодная, хочет кукурузы поесть. Смотри, что делает. Ты, котяра, давай, вытаскивай. Ты уже на работу пора идти, надо еще перекусить мне. Лучок. Лучок свеженький. Кошка, убери кошку. Ты что делает, ест кукурузу. Лучок, да потом, ну что ты ее еще даешь-то? Фига себе ты. Лучок. 1400 стратегия, да? Укропчик. Да. Свое надо выращивать. Перчики. Ну так вот, приходится деньги тратить. Брауни. 1400 зафигачили. Яйца. Это уличные. Это сейчас пойдешь отдашь. Там уже два корефана. Два корефана у нас уже встречаются. Грудка. Сырнички сегодня вкусные, у тебя сырнички получаются, да. Хозяюшка. Это ты себе, да? Это я сейчас, да, не забыть, только надо попробовать с собой. Возьму в магазин. Яблочки. Яблочки тоже попробую. Новый урожай. Помидорки. Помидорчики. Желтые. Что-то мы набрали. Йогуртик. Опа, ну все, руки не держат. Апельсины. Штучка. Штучка классная. Вкусное творожное. Молочко. Листик. И все, да? 1400, да. С учетом того, что мы еще мясо. Еще три кукурузины. Кошара ест, который. Траву. А я ей травку заказала, надо на Валберес зайти забрать. Давай. 1400, мясо не взяли, да? Еще мясо. Мясо вчера покупали. Это получается 1800 нас. Почти две. На день поесть. Хорошо живем. Говорю, как супер страна. Ладно, короче, давай, готовь мне эти. Пойду, я сейчас тебя покормлю. Давай, все, я пошел одеваться.